И вид поведи. Вопрос первый. Стоит ли слушать советы чужих людей и почему? Я думаю, стоит. А лишних советов, лишней помощи никогда не было много. Но вопрос в следующем. Сделаешь ли ты так, как тебе посоветуют? Уже будет выбор за тобой. Или сделаешь, или нет? Хорошо, поняла. Где можно научиться играть на ударных? Я заинтересована этой темой. Вопрос от некой девушки. Конечно, лучше в музыкальной школе, но сейчас и частных преподавателей много. Вот. Я же считаю, что все-таки лучше в музыкальную школу пойти. Там хотя бы тебе научат... Основ? Нет, тебе научат по, так то кажуть, по книжке, как книжка. Теория? Носить. И теория, нет, все-таки лучше специальность. Вот. Я больше ходил на специальность, на уроки, да. Окей, хорошо. А как ты борешься с болезнью барабанщиков в скобках вибрацией? Перефразируй. Я не знаю, это такой вопрос. Как ты борешься с болезнью барабанщика? Вибрация. Мне ничего не вибрирует, у меня все хорошо. Значит, все, болезни таковой нема. Андрей никогда такой болезни не болел. А мы же придумаем, запатентуем такую болезнь, Нобелевскую премию получим, на защиту диссертации сядем, станем. Хорошо. Андрюх, с чего началась твоя карьера барабанщика? Ответ понятный. Еще началась карьера барабанщика. Да как и у всех началась. С первых коллективов, с гаражных групп, с первых сольных концертов, там, в Дом культуры, ДК, каких-то клубов. Первый коллектив, потом через несколько лет второй коллектив, вот, третий. Угу. Алена, спасибо. Окей, хорошо. С коллектива все так. Ще таке питання, яка в тебе освіта, чи ти ще навчаєшся? Яка в мене, я понял. По образованию и маляр, и штукатур, и плиточник, и сантехник, и сучкогриз, блядь, и вот. А профессия называется следующая. Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель. Столяр будівельний. От. Ребят, в общем, ви поняли, до кого обращатися, якщо хочете построїти загородний дом. Окей. Питання. Чому у тебе немає клички в групі? Клички в групі нема, зато є на постійній роботі. У мене є кличка на роботі, але не в колективі. А як на роботі? Барабан. Андрій Барабан, хорошо. І таке ще питання. Як можна так круто навчитися грати, як ти? Андрій задумався. Дома. Треба дома займатися. Грати. А на чому? Купляєш тренажери, дома сидиш, вместо того, щоб подивитися якийсь фільмець в інтернеті, або телек подивитися. Короче, занимайтесь дома. Дома надо заниматься, да, побольше. Есть ребята, которые почасто занимаются, по 2 часа, по 3. Ну, я обычно встав дома, ты встав дома, выпил кофе, привез себе в порядок. Вот, там вертолеты в твоей голове пришли. И потом, значит, занимаешься. То есть, вот, так, ну, как-то так. Я за собой начал замечать. Чем меньше занимаюсь, тем больше я собой недоволен, неуверенный. Ну, в общем, саморазвитие. Короче, практика, это залог. Уже по часы. Окей, хорошо. Андрей, спасибо за ответ. Андрей, спасибо за интервью.